Вот сейчас Коломойский предложил, наконец, практически то, о чем я с самого начала говорил. Я еще 10 лет назад говорил, что надо границу там создать. И так все делали. И 100 раз говорили, и Маннергейм, и Пилсудский так свои страны удержали. И США сейчас, и Израиль, и Испания, и все остальные страны. Нет другого выхода. Это граница. То есть закройте границу. Ведь в основном воюют в Луганской, Донецкой области и руководят процессом это российские диверсанты, которые ведут войну в форме террора против местного населения, в первую очередь против местного населения и против тех военных частей, регулярной армии, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, наших погран войск. Вот. Это все российские войска. Если вы хотите как бы определить, кто who is who, закройте границу. Начинайте, создайте пул, как предложил уже конкретно Коломойский, и начинайте строить. Начинайте с разных мест строить границу. То есть первое, это Луганская область, это однозначно. Она самая большая. Донецкая там где-то 150 километров. 750 километров Луганской области. Это вообще там ничего. Там кот не валялся. Но это же сколько лет надо строить? Да быстро очень. Ну сколько? Ну я думаю, к концу лета будет уже граница. Да ну? Да, конечно. Ее же надо по километрам распределить. Это же не означает, что ее надо строить с севера на юг или как. Это означает, что за каждым миллиардером и мультимиллионером. Вот Кучма, например, да? Вот я смотрю, тут у вас журнальчик такой лежит, это его Кичигин издает, Кличко. Вот тут Леонид Данилович, да? Вот в фортепиано недавно подарил, я как раз в Новоград-Волынском с Литвином был. Вот вместо фортепиано пусть 5 километров границы построит. Дочка его пусть построит хотя бы 2 километра Лена. Пинчук Витя пусть построит, чем там ходить фейсом, торговать на мистецком арсенале. Костюмы менять, тоже пусть пару километров построит. Кличко пусть с братом возьмут по 10 километров построят. Ничего с ними не слипнется. То есть у нас есть очень много богатых людей. Ефремову поставить ультиматум, чтобы построил. Очень переживает Королевская за благосостояние народа. Наташа, пусть она с Ахметовым на пару построит. То есть раскрепить надо. Во-первых, народ загрузим. Во-вторых, промышленность начнет работать. Металл, бетон, строительные материалы, рабочая сила. И военно-промышленный комплекс начнет производить продукцию хорошую. То есть всем работа найдется. Всем работа найдется. За 3 месяца основную часть границы вот в 2 областях мы закроем. Хотя бы 2 области закроем. Если мы закрыли с вами границу, то мы отсекаем полностью уже инфильтрацию российских диверсионных групп на нашу территорию.